Команды выходят на поле. Команды готовы. Возглавляет это шествие главный арбитр. Не читается страха в ее глазах, только ответственность и готовность качественно выполнить свою работу. Пересечение масс, безусловно, в составах обеих команд очень многие играли и за тех, и за других. Вера Опейкина, главный арбитр матча, дает свисток о начале этой игры. Второй матч 28-го тура Мелбет первой лиги начинается. Это красно-синее дерби, это СКА Хабаровский Енисей. Здорово. Вот это очень большое уважение к футболу. Отличная передача под Березкина. И это Оливье. Который сыграл на опережение весьма здорово в этом эпизоде. Сейчас снова Шарль, снова он бежит, и снова он бьет поворотом, и снова ставит. И очень сложно здесь что-то придумать футболистам Енисея. Разве что вот такая передача. Ух ты, какой момент! Давит сейчас СКА, и это тоже чувствуется. Вот это здорово! Рукас выполнял передачу. В целом, хорошо увидел Окладников, здорово. Ломакин находит, тот, безусловно, пробьет, попадет в пятую точку сопернику. Ух ты! Повтор посмотрим. Ломакин. Бьет так, как будто Кожемякин ему в 300 проиграл. Дальше Масловский реагирует, Имамов. Красавец. Оливье! Ой, как красиво, обыграл. Дальше, еще раз обыграл, и пенальти. Вот так Шарль, вот так Оливье. Вариантов у Опейкиной не было. Разводит в стороны руки Вера. Опейкина дает свисток. Итак. Илья Петров и левая нога. Это история любви, которая рождает первый мяч СКА дома. Вот так. Счет у нас становится 1-0. По логистике интересно, какие там рейсы, но так или иначе, чисто географически ближе был Енисей. Удар. Который у нас Александр Ломакин. Семочки. Ислама Имамова. Здорово. Енисей в атаке. Ай-яй-яй. Неточная передача, но Бардыбакин все-таки с мячом оказывается. И снова момент у Ломакина. Не бьет почему-то Александр. И только сейчас. Масловский наносил удар. Никитин. Здорово. Он очень резкий. Подача. Ой, какой момент! И это дубль Ильи Петрова! Ничего себе! Вот этот Никитин исполнил сейчас на левом фланге своем родном. Теперь понимаете, да, почему он сегодня не играет справа, не исполняет инвертированного вингера, а такого классического. Подача! Какой момент! Обратите внимание, это Подберезкин был. Он опорный полузащитник на правого защитника, на Покидышева. Мне это не казалось. Савельев на убойной позиции. Нужно решать эпизод. Максим! Бывают попадания. Даром, что и основная претензия к Роману Шарову заключается, что они не столь частые. А вот это забег, так забег. Андрей Никитин, который сегодня весь матч отпахал. Момент! 3-0! Вот это контратака! При этом, при всем, сделал ее человек, который сегодня 93 минуты уже молотит эту бровку. Так что аж искры из-под пяток летят. Андрей Никитин, какое ускорение. И это, безусловно, гол имени воспитанника московского Локомотива. Да, именно вот так. СКА! СКА! СКА сегодня сильнее, дорогие друзья. Ну, на сим все. Выводы, какие могли, сделали.